fits into your vibe and you'll be styling out so quickly. Man, it's just the way you do it when you move so swiftly. Vibing out to you and making me too human. Smoking out the way I feel emotion. Emotion, so good, it's so bad, it's so bad, it's so new. I'm wishing at the end of June. Николька, мы пришли с Никой в садик, хотим записаться, посмотреть, в какую группу мы попали там и все такое. Но я не могу Нику забрать с детской площадки. Вот мы сидим, как раз до двух обед. Мы уже 47 минут, мы успели бы до обеда. Но так как Николя ни в какую не хочет никуда идти, мы сидим и играем. Ведерками, лопатками, в каждой дворе остановились на качельке. Да? Давайте сидите. Да. Давайте скажи сидите. Всем привет. Привет. Занятая. Привет. Хорошо сидишь там, давайте да? Сидите. Да. У нас так парит, а солнышка нету. Будет дождь 100%. Вот такое вот небо. Понятное. Ветка там упала, вижу. Покажу вам потом. Тоже так на детской площадке. В общем, сейчас мы посмотрим, в какую группу мы записались, в какую попали. Спросим, какие нужно комиссии пройти. Ой, зацапанная камера. И спросим... какого числа начинается уже в августе у нас, когда открывается наша группа. Андрюшка дома сидит, ждет нас, мы ненадолго туда и обратно купим кукурузы и домой. Я думаю, что будет дождик, поэтому отдохнем. Сегодня праздник, поздравляем вас, Петра и Павла, всех Павликов и Петруш. Сегодня ничего делать нельзя. Я по настроению посмотрю, возможно, я поутюжу немножко, потому что есть что утюжить. И буду готовить, как всегда, каждый день. Есть что готовить. Детки едят, все съедают. Холодильник немытый стоит до сих пор. Прям стыдно. Чего я ничего не успеваю? Вроде бы все вокруг все успевают, одна я. Бестолковая. Идем в садик уже, Ник? Ну пошли уже, а? Пожалуйста. Пошли? Пожалуйста. Что это у тебя тут блестит? Пайеточка одна. Пошли. Ну все, собралась, все идет. Умничка моя. Все, ребят, идем мы уже с садика. Идем с садика. Записались, попали мы в группу «Лисичка». Лисичка моя, в лисичку попала. Да? Лисичка. Тут яблонька, теремок. А ты лисичка? Лисички. Странно, где она? Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Ай-яй. Так, нам на выход надо. Вот сюда нам на выход. Вот сюда. Короче, нас не возьмут без вакцин, а у нас не все еще вакцины, поэтому садик откладывается. Какие машинки тут интересные, деревянные. А ей машинки не надо, ей надо то колесо. Хорошая тут площадка. С этой стороны села. Ну, в общем, что, короче, у нас нету 3 АКДС-ок, а чтобы нас взяли в садик, нам надо 3 АКДС-ки, поэтому нам как минимум раз, два, три месяца еще садик не светит, потому что они делаются раз в месяц, одна вакцина стоит 800 гривен, то есть это тоже не дешевое удовольствие. Ну и так часто давать ребенку эти вакцины, я не знаю. Короче,
Застолбился садик, сейчас будем думать, как лучше все сделать. С Димой посоветуемся. Сразу 3 вакцины в любом случае покупать не буду. Одна у нас уже пропала, я вам рассказывала. Надо покупать и сразу делать. Сдам анализы, потому что тогда навели такой кипиш, что типа вакцины заканчиваются, сейчас все вакцины разберут, и не будет вам вакцины. И поэтому я купила вакцину и положила ее на сохранение, хотя смысла это не имело. Вот так вот. Идем, идем прямо на самое солнце. Николька, идем за кукурузкой. Вы посмотрите на эту девочку. Она пока везде не полазит, не успокоится. Везде надо выбраться. Зайка ты моя. Никочка, пошли уже домой, пожалуйста. В общем, мы с Димой поговорили, решили узнать о наличии вакцины в аптеке. И если есть вакцина, то завтра утром я пойду сдам с Никой анализы и сделаем тогда вакцину по решению педиатра. Обязательно сдаю анализы всегда. И мы успеем до садика сделать 2 вакцины. А третью, возможно, нам разрешат прийти без одной вакцины. Я думаю, что уже ребенок будет готов к садику. И мне так будет спокойнее, и нас должны взять. Ну, так я себе думаю. Я еще посоветуюсь с педиатром, как правильно сделать в таком случае. Но я думаю, что выходы должны быть. Потому что если у ребенка, допустим, противопоказания или еще что-то, не целуй их, целует этих зверей. Не целуй, Ника, не целуй. Они грязные, не целуй. Они хорошие, да? Хорошенькие, да, цветочек. Это цифра 6. 6. Да. Это 5. Это цифра 5. Это цифра 4. 3 цифра. Да. Ох, тебе тут понравилось, да? Никулька, пошли. Смотри, какая гусеница там есть. Никуль, Вероника. Ветер задувает, наверное, в камеру. Смотрите, какая гусеница классная. Вон такая классная гусеница. Ника пыталась туда залезть уже. Гусеничка, да? Глазки, ротик. А где у нее носик, Ника? Где у гусеницы носик? У нас уже камера садится. Идем сейчас кукурузки купим и домой. Вероничка, не упади. Сегодня Димаська привезет мне смузи. Вок нам подарила, заправка, на которую мы заправляемся, Вок подарила нам одно смузи. Еще никак Дима мне его не привезет. Уже сегодня привезет, потому что уже выходят сроки, скоро акция закончится. Устала, слушайте, а знаете, от чего устала? От жарища от этой. Очень сильно парит, и Нику не забрать. Никуль, пошли домой, пожалуйста. Там Андрюшка уже думает, где я пропала. Занялась Юля пересадкой своих орхидей. Вот смотрите, посадила основную орхидею в такой горшок. Прям сразу напрямую посадила. В нем дырочки в дне, видите, вот так я буду купать без проблем, я думаю. А эта орхидея пустила вот такую вот ветку. И в этой ветке я, видите, сколько корней у нее, я отсаживаю. Я не знаю, мне кажется, вот эти корни нормальные еще или нет. Что вы скажете? Они просто другого цвета, но такие же по структуре, как эти зеленые. В общем, пока посажу с этими корнями. Там и таких, и зеленых много, поэтому не думаю, что пропадет. Субстракт вот такой вот прям и с землей, и с корой, и совсем там, видите? Не знаю. Другого нету у нас в магазине. Купила какой есть. Все, сейчас пересажу эту. Вставлю в этот горшок, я его помою. Тут старые орхидейки, остатки. И вот целый пакет один ушел у меня на эту орхидейку. Сейчас посажу эту. Помыла ее сразу, покупала.
там влажный субстрат, я думаю, она напьется, в воде долго не держала, первый раз, чтобы она не гнила и чтобы субстрат сильно не был такой, знаете, прям сырой. В общем, я такой флорист, сажу как сажу. Если вы мне сейчас напишите, что неправильно, нужно было воздушные корни туда, а это туда, не знаю.